не видишь, что ты не замечаешь? Что не видишь? Давайте спросим на рунах подсказку. Что ты не видишь, девчоночки? Вы не видите, что уже что-то заканчивается наконец в вашей жизни? Что именно заканчивается? Сейчас мы спросим. Что заканчивается? Руна Вунья. Рунная Беркана. Где-то вы расслабились с какой-то женщиной. Вредитель ваш, что ли? Ну, скорее всего, да, потому что вы полностью победитель. Но все-таки на женщину мы сейчас уточним. Что там была за женщина? Прям целых две карты. Ага, женщина была к вам очень агрессивно настроена. И очень хотела, чтобы вы были в нищете, в болезнях, в бедности. Не хотят показывать по этой тетке информацию. Но ничего страшного. Главное, что то, что, девчоночки, вы не видите, действительно, то, что идет какой-то конец, и вы будете победителем. А чего вы не замечали? Сейчас еще спросим. Давайте вытащим еще пару карт, чего не замечали. Но это действительно была тема отношений. Угу. Это была тема отношений, но там, видите, какая-то кармическая ситуация. То есть человек вас, ну, очень не любил, какая-то женщина, возможно, она имеет какие-то даже способности, может, она сама о них не знает. Вот ты, блин, ага. А это было связано с вашей семьей. То есть, девчонки, очень внимательно присмотритесь. Вот, блин, точно, это 100%, 100%, 1000%, что кто-то, дом, семья, род, кто-то очень вас на самом деле не любил и не хотел вас любить, и хотел, чтобы вы были в бедностях и в болезни. А вы, короче, девчонки, этого в упор не видите. Но слава богу, что это все прекрасно заканчивается, и вы выходите в победу.